Давайте мне если дадите. Вы кому цветы? Мне дайте деньги. А мне, да? Спасибо вам. Ну а сейчас, дорогие мои друзья, вот Алена уже, как вы видите, настроилась. И я скажу, что она вам предложит романс Андрея Петрова, 85-летие которого сейчас широко празднует весь наш музыкальный мир. И вот Алена сказала мне перед началом, что она хотела бы посвятить этот романс столетним юбилеям народных артистов Советского Союза, любимцев нашего города, артиста Павла Кадочникова и блистательного режиссера Романа Тихомирова. И вашего, Макар Леонидович, юбилея. Ну вот, Бог Троицы любит. Итак, роман с Андрея Петрова. Калитка.
Назовите нас всеми специальными детьми. Они не пожалуйста, можно. И вот, дорогие друзья, поскольку у нас диалог поколений, ну, вы сами понимаете, что Алена как бы открыла молодежную линию. И вот в сценический бой вступает молодое поколение. 9 мая этого года отпраздновала свой юбилей дочь блокадницы, известный педагог по фортепиано Ольга Курнаина. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали, пожелали юбиляру здоровья и творческих успехов. Сейчас я поздравляю своего ребеночка, но начну издали. Много лет назад на одном из выступлении ее, одного из ее учеников, юного тогда, совсем юного пианиста, Сергея Речкина, я вот так же обращаюсь к зрительному залу, спокойно, мягко высказал такое мнение, пообещал уже, что мальчик, который сейчас играет, он станет известным во всем мире. Многие из вас помнят Сергея Речкина. И вот в этом году этот мальчик стал действительно не только известным всему миру. Он стал лауреатом международного конкурса имени Чайковского. Но его продолжать выводить на эту сцену. И тоже обратите внимание, так сказать, фамилия несколько сложноватая, не такая, как видите, но все равно близкая к паблике. Сами увидите. Сейчас на эту сцену выйдет лауреат целого ряда уже престижных конкурсов. Я не буду их всех перечислять, ни к чему это дело. Ученик нашего юбиляра. И посвятить свое выступление не только любимому педагогу, но и юбилею, 175-летию Петра Чайковского, который весь мир наш тоже празднует в этом году. Итак, сейчас даже он откроет себе крышку. Илья Бабаян. Итак, вы помните времена года Чайковского. Мы с вами когда? В осени. Играет Илья Бабаян. Thank you.
Спасибо.